Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать. Уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. А что, правда, что все быстрее в два раза? Да. Да. Это довольно быстро. Это не важно. Нет, нормально. По ощущению нормально. Не почу? Нет, мы просто а я заплачу. Решили перевыполнить. Раньше времени закончить концерт. Да, ну да, я ждать уже сколько. Может, мы завтра выберем все-таки часик, а? Я же уеду. Да он же уедет. Подожди, как уедешь? Мы же договаривались на пластинку. Спасибо, было классно. Спасибо. Поцеловать героя. Спасибо. О! Было супер. Такой моментик.
Вот одно фотографии. Жалобы на здоровье какие-нибудь есть? Нет. Скажите, а какое сегодня число и год? 15 августа, 90-й год. Пьяны? Да вроде нет. Кровь на алкоголь возьмите, только без ляпок. Хорошо, сделаем. Не с таким твердым предметом, осколки лобной кости. Здрасте. Здрасте. Если пристегнулся, может, остался бы жив. Будут готовы экспертизы, сразу ко мне. Я понял. Осколки лобной кости проникли в мозг. Записал? Записал. Каким тупым предметом? А это пусть следователь определяет. Знаешь, кого сбил? Чё молчишь? Мало у тебя неприятностей в жизни? Есть хочу. Илзияс, корреспондент Латвии с радио. Что вы можете рассказать о виновнике аварии «Шелесть»? Несчастный случай. Водитель автобуса правил не нарушил. О, не? Только в городах маленький. И что? Говорят, вы с ним часто виделись в последнее время. И что? Могли скрыть улики. Отпустите! Отпустите! У нас свободная страна! Завтра с родителями придешь. Он. Viņš bija skaidrā. Jālaiž vaļā. Vienkārši tas tāpat nenotiks. Šajien jau brauc cilvēks no Ļeņingradas. No viņa nenoslēps, ka Šelests sēdējis par avāriju. Tur arī bojā gājušies. Sāks uzdot jautājumus. Kāpēc brauc bez pasažieriem? Uz kurien brauc? Uzpildīties. Jūs saprotat, ka būs daudz citu jautājumu. Es atbildēšu. Выходи. Я вчера вазочку китайскую принесла для цветов. На стол поставил. Разбил случайно. Не склеить. Подоконник надо покрасить. Я ухожу от тебя. Погоди немного. Соврал бы хоть, что любишь. Ведь нет, честно.
окошечко прикройте. Ну вот видите, совсем не сложно. У нас получилось. Так и Цой мог справиться. Я здесь до завтра, потом дело заберу в Ленинград. Не хочется, чтобы лично мешало объективному расследованию. А ваше будет объективным, товарищ подполковник? Наше будет правильным. Шелест, вы увидите, передайте, чтоб не тянуло, через 2 дня был у меня. Заодно и гроб привезет. Да и паспорт у него заберите на всякий случай. Уж очень вы для него стараетесь. Вы ради Шелеста и убить готовы? А сколько надо? Рекис заболел. Дарзинч в отпуске, этот как его? Откуда эти кошки? Штаус женится в который раз. И не хочет никто. Боятся, что их фанаты по пути на куски разорвут. Меня тем более разорвут. Про то, что ты был в аварии, пассажирам знать не обязательно. Там ехать-то всего 600 километров. Не поеду я. Это с каких таких радостей? А я к Шталсу на свадьбу пойду. Слушай, иди ты в жопу. Ты эту кашу заварил? Что такое? Что там такое? Эй, ты кто такая? Стоять! Алло! Эй! Видел? Налетели как мухи на варенье. Журналюги проклятые. И это еще фанаты не пронюхали. Чего это у тебя? Джонку ранило. Иди автобус готовь. А это отнесу куда надо.
Можешь идти, второй раз не буду. Иди! Лицо от удара сильно. Жень, иди сюда. Женя, не иди сюда. Не догонишь, не догонишь. Иди сюда, сказала. Мам, мне больно. 3 года, как Витька к тебе ушел. Могла я не узнать. Мам, мне руку больно. Насчет автобуса договорись. Уже. Не холодно? Искупаться решил. Пора ехать. Вот тебе адрес. Когда везешь, сразу к подполковнику Свиридову пойдешь. Так точно. Паспорт свой дай. Пока будешь вести, с родственниками и друзьями его познакомишься. Проявишь себя хорошо. По-человечески, Паша, да? Угу. Тебя посадить хотят. Не впервой. Дурак. Ты понимаешь, что ты дурак? А это наш, мам? Наш. С Полиной поедешь. Почему? Давай хотя бы сейчас без вопросов. Здравствуйте. Меня зовут Илза Яс, я следователь. Вы вдова? Здесь все вдовы. Вон там. Извините. Я следователь Илза Яс. Я сопровождаю вас до места аварии. Пляжа, что ли? Вика-Вичка. Как водичка? Прозрачная.
Женя, простудишься. Почему мама с ней не разрешила ехать? Приехали. Водитель Москвича двигался со скоростью более 100 км в час. По предварительной версии он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Водитель Москвича погиб на месте. Не называть его водителем Москвича, его Виктор зовут. Я знаю. А как зовут водителя Икарус, тоже знаете? В интересах следствия не разглашаем. Простите, это родственник? Настя. Это продюсер. Помогай. Че стоишь? Женек. Иди, снимай. Блин. Давай, дай руку, помоги. Кассету не находили здесь? Что за кассета? Там на ней 47 написано. С новым альбомом Витькина. Я уточню у майора Цирулиса. Да уж уточните. Его песни того стоят. Куда, вы говорите, москвич отбросил? Там. Кассета приготовился? Какая кассета? Туры, стадионы, гастроли. Столько всего впереди. Ах, Витька, Витька, Витька. Что? Я тебя вообще с собой взяла. Мне за Витькой ехать, а его 3 дня ищу. Где ты был? Что-то у вас случилось. Ничего. Чего-чего? Эй, Пиавелна. Что он сказал? Да хрен его знает. Козел. Ну, хочешь это? Разойдемся. К Витьку тебя обратно отпущу. Thank you.
Меня тошнит. Скоро городок будет. Минут 10, думаю. Дотерпишь? Ага. Ну-ка, дай 5. А? Молодец. Слушай, Женька, ты папкину кассету с последней песней не видел? Юра, прекрати, пожалуйста. Может, он где дома ее у вас спрятал? Не знаю. Понятно. Какой вам? Не, все, какие есть на русском языке. На русском. Угу. Ну что там? Сколько? 55. Ну, этот, наверное, Лабгашон. Адрес. Лабден. Лабден. Балтайс Пломберс. Ага. Скажите, у вас где позвонить есть поблизости? Да, тут за углом. Полегчало тебе? Нет, не очень. Садись. На, пей. Даже со мной поедешь. Все? Угу. На, еще попей. Ты зачем, мама? Почему-то, когда ты со мной, все в порядке. А с ними на неделю тебя отпустил, и то одно, то другое. Алло. Алло, вы где? Алло. Чего молчу? Газеты читаю. Значит так. Фамилия водила Икаруса Шелест. Все, хватит в реке жир нагуливать. Ну что, не тошнит? Нет. Хорошо. Присмотрите, я сейчас. Садись сюда. А я теперь с вами поеду. Ну хорошо. Что вы нам будешь? Адрес в Токумсе узнаете. Может, он где-то эту кассету дома у себя прячет. На ней фломастером должно быть написано 47. Значит, бери Петра и езжайте. Меня в детстве тоже укачивали. А как же ты до водителем стал? Завязывай, а. Иди, выйди. Проветрись хоть. Веселый парень. Привет. Виделись? В прошлый раз как-то не до знакомства было. Когда ешь мороженое, надо сквозь веки на солнце смотреть. Смешно. Витя придумал давно. Вика! Кто со мной? Давай, жена! Скорее! Женя! Осторожно, скользко! Не подходи, не подходи! Что говорил, я свяжусь! Рика, ну ты совсем сдурел? Хорошо! Напечатали, проявили. Ну, там больше 2/3 засвечено.
Восстановить можно? В принципе, можно. Вот, смотрите. Но специальная техника нужна. В Риге есть. У нас, сами понимаете. Ну, а телефон у вас есть? Да, конечно. Там на столе. Bidrmajor, te Ilzijas, tā meitene, grupas fotogrāfa, viņa ar viņu devās makšķerēt pirms avārijas. Mm-hmm. Mēs varam apturēt autobusu. Коньячку, может, да? Чё потерял? Фотофильм не на автобазе саняемам. Атрад пе москвича. Виня виню фотографей тая дена. Bet jūs jau man tik un tā atstādināsiet no šīs lietas. Bet es zinu, ka jūs turpināsiet to darīt. Makšķernieki nemaz neminēja, ka viņš ir bijis ar viņu šajā vietā. Zinat, kā viņš šito sauc? Par alumīniju gurķiem. Ir līdzīgi, ne? Tie ir no betona. Mašīnu viņš vienmēr lika tur. Moskvič pirms sadursmes ātrumu nesamazināja. Viņa varēja viņa mašīnai sabojāt bremzes. Nē, kāpēc? Tātad viņa izlēma viņu nogalināt un neiekāp ar viņu mašīnā. Ilze, jūs negribat ar mani aiziet štīnā? Tas starp citu darbu sakarā. Водила что-нибудь знаешь? Да какая разница, едет и едет. Больно медленно едет. Давай, давай, давай! Подожди! Давай!
Да вы и сломались, придурки! Да ладно тебе! Ну что, может тогда перекус? Чего стоим? Нам вообще-то ехать надо. Да расслабься ты, пока починят. Женька! Жень! Я! Ну-ка, лови. Молодец. Не-не-не-не, это не тебе. Ты держи хлеб. Юр, куда нам столько? Да это немного. Гонщик он наверняка проголодался. А его как зовут? Не знаю. Ну, вроде Павлом. Ну-ка, запускай. Павел! Иди сюда, поешь с нами. Не хочет. Еще бы. Не нравимся мы ему. Я отнесу. Что такое энтузиазм-то? Смотри, какая шустрая. На вот, поешь. А я тебя вез в Тукумс. День аварии. Вряд ли. Обознался. Врешь. Нехорошо шуметь. Ну даже в вашей сраной Прибалтике люди умеют отдыхать нормально. Хорошо жрать, подумать. Националисты, блин. Жопу! Козел! Видео! Ну чего, теперь в дом? А чем у этого шелеста искать-то будем, Лех? Музыку, Петенька, музыку. Ту, что Райзен прописал. Ну чё, Паш? Это ведь ты в том Икарусе был, а? Тукумс городок маленький, догадаться несложно. Имя в газете. И я ведь пока про тебя ничего никому не рассказал. Пока. А то фанаты они ведь разорвут. И тебе, и подружку твою ментовскую. Только шепну. Кассетка мне нужна с песенкой. У тебя она? Можем ехать! Наконец-то. Жень, давай, пойдем. Райзен, ты где? Он, кстати, заводил и в лес отправился. Ау! Ау! Может, он его там съел? Чушь не пари. Пошли. Мам, шап. Пошли. Сам доберется, не маленький. Иди давай, садись в автобус. Хватит пить. Да. Придурок. Ваше Высочество, вы с нами? Или тут на трассе постоите? Это наш, что ли? Ага. Смотри-ка, похож. А где мы? Зачем? Просто автобус.
автобус, который идет на восток. Папа троллейбус пел. Понял. Не выпендривайся. Ну, троллейбус так троллейбус. О, смотри, к папе гости идут. Это они! Смотри, смотри, сколько их. Знакомство. Правда, повод для встречи грустный, конечно, но... Хотя я-то, признаться, все это не очень. Угу. Мне машина времени нравится. Капитан Илзаяс нашла улики против фотографа Виктории Смелянской. Просит задержать автобус. Значит, нас в этом автобусе уже двое убить. Будет из кого выбрать. Но я думаю, что сядет все-таки Шелест. Даже если не виноват. Кстати, интересно. У него в паспорте нету отметки о судимости. Не знаете почему? Я собираюсь отстранить его заяс от этого дела. Жаль. Интересная женщина. А автобус мы останавливать не станем. Передайте ей это, когда будете отстранять. Вкусное у вас пиво. Не разбавляете, что ли? Капитан Барка, с вашего документа. Дверь откройте. Хочешь открыть, проверить? Недалеко от Равны фанаты дорогу перекрыли. Машину перевернули. Вас ждут. Да не впервой, прорвемся. Так что лучше в объезд. Первый поворот направо. Ладно, полностью.
Потише сделай. Потише сделай. Достали твои песни. Чего не ласковая такая? Рик. Так сели в автобус, только и делай, что бухтишь. А ты бухаешь. Ну так бухать-то веселее, чем бухтить. Давай вместе. Когда успела? Тебя, придурок, от гроба оттаскивала. Только заметил. Поехать сможем? Вожди минус 40. Что это такое? Эй, товарищ водитель, давай проедем. Не проедем. Мам, я с тобой. Пойдем. Руку давай. Чего так горит? А зачем мне жгут? Что за тейда? Место расчищаем под пограничный пункт. Здесь мы, там они. А ты, значит, тело везешь? Откуда знаешь? Все знают. Начинать не стоит. Кто он меня бросил, а его нет. Ну-ка, марш в автобус! Надышишься, сейчас горит. А можешь сфотографировать меня? А то ни одной фотки не останется. Тогда в автобусе в этих очках сидела. Я запомнил. Заметные такие очки. Ты на третьем ряду сидел у окна. Если хочешь кого-то увидеть, обязательно увидишь. Может, ты просто меня увидеть хотел? Они тебе не идут. Сидит тут самая умная, раскомандовалась. Правильная такая.
Ты что думаешь, я ничего не знаю? Ты уже мне все рассказывал. И как вы ругались, парочка. Ты же на 6 лет старше. Погоди, погоди, ты же тоже старше. Витька бабушек любил. Все, дальше без меня. Я и в морг из тебя ходила. Да хватит вам уже, а? Прысь, козявка! Девки, вперед! Ты-то куда лезешь? Остановите, пожалуйста! Остановите! Живой? Живой. Придурок. Пойдем. Ехать надо. Следи за собой, будь осторожен. В таком случае, я не представляю себе, чтобы мне чему-то нужно было научить. Я предпочитаю как бы узнавать все сам. Я просто чувствую себя свободным, то есть я не завишу. Ну, вообще ни от чего. Thank you.
Мать, ты куда, выходить собралась? Переночевать где-то надо. По пути санаторий будет. С мостом. Просто так он все-таки в лесу остался. Сиди, сука, брат разбил. Куда ж ты ее, сука, сунул? Потерял что-то, Юр? Веськина косит. Прекрати, Юра. Чего? Вы что, ребят, не понимаете, что это он, а? Он, видите, он в том автобусе сидел, баранку крутил. Вы у него спросите, чего его отмазывает эта баба мент. Он же спец с ним. Хватит. Вы думаете, что я из-за денег, да? Это же его кассета! Пошел вон! Вы что думаете, это мне одному надо? Это же всем надо! Это тебе больше всех надо! Поехали! Мало ему еще. Он мне другом был. Больно? Больно. Ну и дела. Пошел ты.
почему звонил? Просто так. Они узнали про тебя? Узнали или нет? Нет. Кассету им отдай. Подгадай момент и отдай. По-доброму, понял? Не будь дураком, Паша. Это как? Я вещи свои забрать пришла. Ключ под крыльцом поставлю. Что молчишь? Темнота, друг молодежи. Совсем сдурел? Продолжаем танцевать. Ты что думаешь? Ты вообще кто? Ты же его ногти не стоишь. Ты же просто водила обычный. Ты знаешь, как он пел? Ты знаешь, как он пел? Ты же ни одной его песни не слышал. Ты же только свою баранку крутить можешь, да? Ты... Поехали! Ты здесь что делаешь?
Ты меня теперь тоже убьешь? Ну, а ты сам-то как думаешь? Ты что, не слышишь, что я тебя зову? Иди сюда. Что ты тут делаешь? Куда ты ушел? В футбол поиграть. Какой футбол на ночь глядя? Не уходи никуда от меня, понял? Я же нервничаю. Ну как ты, оклемался? Угу. Выпить хочешь? А нечего. Все же на лобоухе осталось. Сейчас принесу. Кассета правда у вас? Не отдавайте ее никому. Витя не любил, чтобы слушали то, что он не закончил. Drīkst? Labrīt. Labrīt. Tikko atnāc no Rīgas. Ekspertīze noteica, ka tās visas uzņemtas vienā dienā. Divas dienas pirms avārijas. Tā kā versija ar fotogrāfu nedar. Atvainojiet. Я в Тукумс поехала в очках этих несчастных. Хотела его увидеть, поговорить.
Только автобус твой опоздал, а он ждать не стал. Я в той машине должна была с ним ехать. Ты мне еще тогда жизнь спас. У тебя щека колючая. Ну и как так? Он сам взял и съехал. Женек, ты вчера в кабину не лез? Ничего там не трогал? Нет. Шел на кого валить. Ну, мало ли. А может, это Витек, а? А что, я бы поверил. Да заткнись ты. Смотри на тебя тоже. Все, на ручник забыл поставить. Ну и не смотри. Давай, ко мне. Аккуратно. На корму иди. Туда. Эй, на корабле вода теплая. По корму. Вот иди сюда. Куда? Я тоже хочу. Ноги уже промочил. Да. Полина, к этой двери. Сиди здесь, простудишься. Давай. Погнали. Не ходи туда. Марин, сюда. Иду. Отдыхаем. Жарко. Сейчас купнемся. Так мы его отсюда никогда не будем. Лиса. Да куда он денется? Держи. Вон даже интеллигенция с нами. А? Да, Полин? Что? Чья машина? Иду. Мама, я в автобус пошел. Давай. Можно поговорить? Оп. Иду на обгон. Давай, давай, давай. Давай, руку. Оп, вторая. Женька хороших людей чувствует. Как и Витя.
довел себя, как будто ему лет 9. Лошадку мне выстругал деревянную по старой ПТУшной памяти. Смешной такой. С палец длиной, с кислой мордой. Женька болеет, денег нет, а он мне лошадку. Ну, я его в окно выкинула. Так он еще потом недели 3, как из дома выходили, все искала ее. А мы с ним ругались. Правда. Жалею. Вот сейчас доедем до Ленинграда, там ветер рвать начнет. Страшно представить. Все сразу лучшими друзьями станут, вспоминать начнут. Правду и не очень. Они его к общему знаменателю приведут. А твоя лошадка, она только с тобой останется. Как же мы его там делить будем? Хочешь, я тебе песню спою? Это я сам сочинил. Про папу. Хочешь? Давай. Яркая звезда, я люблю тебя. Я иду за тобой, ты сияешь всегда. О-о-о, ты ведешь меня за собой, туда, где хранятся тайны. Ты летишь все выше, но нет тебя ближе. Люблю тебя, моя звезда. На, держи, заработал. Я тогда по этой дороге не должен был ехать. За коньяк. Он вообще дороже стоит. Ну, так я не все выпил. Шелест был знаком с ним лично. В рок-клубе с самого основания. Я всех их там знаю. Это что ж получается? Известный человек оказался просто плохим водителем, так что ли? Я ему права выдавал. А, ну да. Значит, следствием установлено, что водитель москвича не справился с управлением и уснул за рулем. Вдова заявление написала, претензий к вам никаких нет. Так что езжай в свою Латвию. Ну что смотришь? Не до тебя нам. Страна пошла. Новые времена. Goodbye, Америка.
Алло. Азу, это я. Меня отпустили. Это ты меня бросила, я тебя нет. Разрешите прикурить? Кто жив? Остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Не остаться.